Думаю, понравится и влюблюсь. С такими ожиданиями туристы отправляются в речной вояж в Болгар. Через 140 километров в Волжской глади обновленный метеор домчит за 2 часа 15 минут. Разогнать подводные крылья речному судну помогут мощные двигатели по 2000 лошадиных сил. Более современные они, и электроника уже современная обеспечена. Все неполадки, дисплей выводится, если случай, не дай бог, случится. Проверка систем здесь вот. Система в норме, судно готово к отплытию. Маршрут капитану подскажет новая система навигации. Пассажиры же занимают места в переоборудованном салоне. Это на каждого пассажира получается? На каждого пассажира спасательный жилет. Внешне очень даже неплохо выглядит. Мы очень всегда ездили мы, конечно, давно на метеорах. Да. Ну, сейчас всегда лучше, ездили. Конечно, сейчас. Сейчас все современное. Так, в речном порту Казани при финансовой поддержке правительства республики модернизировали 2 метеора и 2 восхода. Всем судам примерно по 30 лет. На реконструкцию ушло около 100 миллионов рублей. Безопасность, она остается на прежнем уровне. То есть мы, как предприятие, выполняющее все требования контролирующих органов, соблюдаем их. 2 обновленных теплохода уже начали регулярно курсировать между Казанью и Болгаром. Еще 2 судна ждут оформления необходимых документов. Дмитрий Аринин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.